Привет любителям игры Asphalt 9. На этой неделе разрабы нам дали возможность протестировать в золоте все автомобили британского тура. И в этом стриме я как раз и буду катать на лучших тачках этого нашего сезона, который выдался вполне себе хорошим. Прошел на уверенной, такой оптимистичной, щедрой ноте. И сегодня я планирую катать на... Ну вот я хотел сказать на трех лучших автомобилях сезона данного, но дело в том, что вот тут такие автомобили собраны, что лучший автомобиль здесь только один. Это золотая Ultima RS. Ну, чтобы вот этот стрим, такой вот эта часть стрима не была слишком короткой, я, конечно же, покатаю и на двух других тачках. Это McLaren Senna GTR и Jaguar с длинным названием. Но вот эти вот две машинки, они такие себе. Против Ультимы порой трудно выживать на них, особенно на Ягуаре с его очень просто плохим ускорением. Ну и тем не менее, я все равно на этих тачках поугараю. На Ягуаре я особо в этой сетке еще не катал, так, может быть, пару каток провел. А так-то Ягуар, конечно, использовался и там в эпической охоте, и в Гран-при. Ну и вот, собственно, раз я уже подошел к Гран-при, давайте начнем этот стрим, собственно, с моих результатов Гран-при. Сегодня у нас уже закончилась гран-пришка, и можно подводить итоги. Итак, давайте я покажу, какие лично у меня итоги этого гран-при. И сейчас как раз заберем награды. Итак, я занял вторую позицию, а эта вторая позиция была у меня в четвертом уровне призов, так что я машинку здесь смогу открыть. Вот я специально под стрим оставил, чтобы ключ забрать. Но в группе у меня был только один достойный соперник. Это вот этот чувак, который все-таки финишировал на первом месте. Вот первые три раунда он у меня выиграл. Следующие три раунда я у него выиграл, вот, но в седьмом раунде он уже решил, наверное, выложиться на все 200% и все-таки, блин, затащил эту бесполезную гонку в последнем раунде. Ну, почему бесполезная? Потому что в четвертом уровне призов вообще без разницы. На первом месте ты финишируешь, на втором месте ты финишируешь. Вы смотрите по наградам, ну, нету вообще отличий, грубо говоря. Тут только один ключ, никаких эпиков, никаких декалей, ничего интересного больше нет, только ключи. Поэтому мне, в принципе, по барабану было первое или второе место, я тут займу. Занял второе место, меня это полностью устраивает. Ну и открываем Ягуар. Отлично, новый автомобиль в гараж. Так, ну что, поехали его открывать. Итак, итоги Ягуара у меня это 3 звезды. Вполне себе нормально. Ну, многие, конечно, игроки его на 3 звезды прокачали. Я в этом абсолютно не уникален. Так что это такая норма для более-менее активного игрока, чтобы открывать эту тачку на 3 звезды. А сейчас пойдем после этого в кубки. И надо сразу, чтобы потом не забыть, вот тут вот позабирать жетоны на Ягуарчике. Сейчас тут будем забирать. А перед тем, как будем забирать, я посмотрю, кто уже подошел у меня на эфир. Чат пришел, может чуть-чуть погромче музло сделать, а то оно какое-то, наверное, немножко тихое. Фокус-покус, привет. Привет, Япошка или Китаешка, не знаю. Мистер Саус 1982, привет. Леонид Матурин, здорово. Мадара, привет. Добрый вечер, Даня. Как успехи? Ну вот, видишь, Ягуар открыл. Сейчас будем в сетке угорать. Привет, Хурик. Хурик уже на низком старте, готов сливать свое первое место во второй сетке. Что будет с игрой в РФ и РБ? Ну что, будет народ искать костыльные методы обхода всяких блокировок и, наверное, рано или поздно такие методы найдутся. Олег ТТ, привет. Андрей М, здорово. Рони 87, let's go. Ну сейчас поедем. Рубин Шоу, привет. Сергей Бабак, здорово. Жека, привет. Это не тот Жека, о котором вы подумали. Это мой давний друг еще с восьмого асфальта. Виктор, привет. Что делать, если удалил игру, как обратно скачать? Как раньше качал, так и качай. Или ты имеешь в виду, у тебя в маркете, что ли, игры нет, не можешь скачать? Ну, а покашку тогда надо качать. Как-то так.
У меня все тачки собраны, только у спицера две звезды. Если пропущу на контре звезду, как мне сделать 400? Не-не-не, тут надо выполнять абсолютно все условия. Так что, если у тебя есть жетоны и больше ничего не надо там повышать, то, в принципе, я считаю, можно немножко жетонами потратиться, докачать до 3 звезд Астон Мартин и забрать ультиму. Оно того стоит. Первый раз за все время затащил в 5-м уровне первое место. Ну, с почином, так сказать, с почином. Так, Хидан, а, Хидан, здорово. Хонор, привет. Ну что, поехали потихоньку, поехали. Заберу сейчас жетоны, а потом еще специальную акцию на ультиму заглянем, там тоже. Есть что катать сегодня, я еще не гонял. С 10 выпадений не выпал ключ на Ягуар. Ну что ж, такова селяви. Так, поехали за жетонами. Антон, привет. Алекс Флэйр, здорово. Декстер, или как правильно читается никнейм, привет. Уже эти методы даже найдены, так что, в принципе, кто, как говорится, хочет, тот всегда продолжит играть, я думаю, и особых. Ну, конечно, может быть, будут какие-то неудобства, все-таки методы костыльные. Как вот метод обхода блокировки рекламы нашли. Ну, я расскажу, наверное, для тех, кто еще, может быть, не знает, хотя эту тему уже достаточно активно обсудили. И у меня в комментариях многие писали метод, если у вас, например, не работает реклама, как можно ее запустить. Но я все равно расскажу для тех, кто, может быть, не в курсе. Короче говоря, первое, что вы должны сделать, это забыть про использование сим-карты на своем телефоне. Это уже такой сразу костыль. То есть надо сим-карту не то, что там в режим полета переводить, а просто ее нафиг доставать с телефона, чтобы ее не было. Второй шаг, это надо поменять регион в телефоне, не в игре, а именно в телефоне, допустим, на США. И третий шаг, это вы должны поменять еще и язык системный в телефоне на английский. Вот эти три шага делаете, после этого телефон перезагружаете, заходите в игру, и по идее реклама должна работать. Но опять же, никакой сим-карты, язык английский. Я вот даже не знаю, вот кто этим методом пользовался, напишите, если вы, например, поставили язык на английский, а потом поменяли обратно на русский. Что, из-за этого сразу реклама, что ли, пропадает? Даже вот как-то интересно. Андрей Земцов, привет. И вот Иван будет завязывать с игрой. Нет обновы. Ну, как бы можно будет ее все равно скачать, я думаю. Мистер Баха помог. С чем помог? Игорь, привет. Буду ультиму на 6 звезд брать. Ух ты. Нифига себе. Ну, удачного дропа, я тогда могу сказать. Ну, ха-ха, вчера типа попали. Ну, прикольно. Да, я активно катаю вторую сеть. У меня цель набрать, ну, хотя бы 25 тысяч очков. За 30 это уже, конечно, если получится. Но хотя бы жетоны это надо забирать. Это по-любому. Так, ну теперь давайте, народ, с вами... Ну, перед тем, как заглянем в специальную акцию на ультиму, я хочу показать вообще полные итоги свои по Ягуару. Вот я уже показал, что у меня эта тачка на 3 звезды открылась. Так, это у нас S-класс. Вот видите, еще 13 даже чертежей я еще на 4-ю звезду имею. По эпикам вообще просто сказка, просто песня, потому что удалось собрать абсолютно все эпики, которые нужны для этого автомобиля. Вот видите, 16 эпиков на борту. Я готов озолотить эту тачку, как только она у меня станет 6-звездочной. Но когда это будет, опять же, непонятно. Про рекламу рассказал вот уже. Ну да, там можно забрать, не имея машин, но звездность надо соблюдать, чтобы все жетоны забрать. Раиса 360. Наконец-то стрим. Ну, наконец-то, да. Реклама не парит. Ну, как бы я считаю, если играть на серьезных щах, то без рекламы особо в этой игре делать нечего. Так, ну что, давайте теперь прокатимся в 5-м этапе специальной акции на Ultima.
Здесь у нас сегодня McLaren GT, один чертеж присутствует, и вот 150 жетонов можно захапать. Что-то какая-то очень длинная катка, аж 2 с лишним минуты. Так, это у нас тут слипстрим будет, поехали. Это я очищал данные игры, когда у меня вот сейчас с Poco X3 Pro играю, у меня вот реклама пропала на Poco X3 Pro, я думал, очищу данные игры на всякий случай, и нифига, конечно, это не помогло мне, реклама так и не появилась, но хотя бы есть палочка-выручалочка в виде Note 8 Pro, хотя бы там еще реклама пашет. Так что не надо пока что мне применять вот эти все вот извращенские методы, там сим-карту. Ну, сим-карты на Poco X3 Pro у меня и так как бы нет. Вот прикол в том, что у меня на Note 8 Pro есть же сим-карта. И там реклама работает вообще без проблем. А на Poco X3 Pro у меня сим-карты никогда не было. И реклама тут перестала работать. Ну, хотя бы не надо там регион менять, язык менять, вот этой всей дичью заниматься. Ну, на всякий случай я, конечно, написал в техподдержку, но... Кстати, в техподдержку пришлось писать тоже с Note 8 Pro, так как с X3 Pro уже и поддержка ни хера не работает. Написал письмо, а там в ответ просто три точки вот это мигают, и все, и больше ничего не происходит. А через день вообще написано, ваш разговор окончен, короче, все, иди нафиг. Не будем мы с тобой разговаривать, раз ты такой нехороший человек, видимо. Ну, сомневаюсь я, что техподдержка в этом плане может помочь, что мне там рекламу как-то вернут. На Poco X3 Pro это все-таки массовая проблема. Ну вот как вот хотел я продать свой Note 8 Pro, блин, а как вот теперь его продашь? Да никак, походу придется его оставлять, чтобы хотя бы реклама. Или если из асфальта уйти, то, а если из асфальта уйти, то оба телефона можно продавать, в принципе. Вот Сергей Бабак пишет, что реклама, я так понимаю, пропадает, если язык обратно поменять, да? Капец, жесть. О, весело. Так, ну, я надеюсь, я тут все задания выполню. Это лишнюю катку неохота будет ехать. Да, тут вообще жесткие боты какие-то. Офигеть, даже в топ-3 не смог приехать. Что за конкуренция здесь жесткая, блин. Так, ага, тут надо было баллонов с нитро подобрать. Ну, подобрал, вроде бы все нормально. Трэш, привет. Ника, привет. Обновы, ну, официально обновы перестанут выходить, а так-то их из сторонних источников-то, наверное, можно будет скачать. Ну, это тоже костыли. Poco F4 Pro. Честно говоря, не знаю, что за телефон F4 Pro. X4 Pro я знаю, что за телефон. Телефон разочарования после X3 Pro. Александр, привет. Это Вика. А, Вика, привет. Вот, кстати, буквально сегодня же появлялись вот эти вот скриншоты. Я даже сейчас сам могу вам показать, вот что написано. Вот здесь вот, если зайти в поддержку пользователей, переходим вот сюда, нажимаем на вот эту лупу, или как это назвать. И вот тут вот есть такой вот вопрос. Если пролистать немножко. Вот, приостановка бизнеса. Вот видите, и можете сразу почитать, что тут написано. Мы изымаем все наши игры из магазинов. Это значит, что игра будет недоступна, начиная со следующего обновления. Вот в этом плане я хотел показать. Что может быть сейчас народ как-то все-таки находит игру в Play Market, и она где-то там в дебрях скрыта, но ее можно найти. Но будет ли выходить обновы, это вот не факт, это мы вот тут уже посмотрим. Ну, посмотрят те, конечно, кого это задело. Так что вот такая вот неприятная вещь. Ну, что поделать? Будем как-то выживать, как сможем. Саш, привет, спасибо. С новой машинкой, ну, да. Ну, скоро будет еще одна новая машинка. Это Ультима, которую я тоже открою. Реклама внезапно вернулась. Я, кстати, сейчас стримлю с
4G, вот у меня Wi-Fi опять начал обрываться, поэтому сегодня я решил попробовать 4G, ну как с Note 8 Pro раздаю через точку доступа. Вот это другой интернет, и что мы тут видим? А ничего не видим. Другой интернет ни на что не повлиял, как не было рекламы, так ее и нету. Так, ну поехали еще. Вахит, привет. Микроб, здорово. Андрей, тракторист. Виделись в сетке. С пропуском как быть? Ну вот, может быть, кто-то напишет. Ну я, например, если нажать что-то купить, то у меня никакой ошибки не выскакивает именно в первом шаге, так скажем. То есть выскакивает табличка, где можно задонатить, но пройдет ли оплата? Ну, я надеюсь, что пройдет. Хотя бы у меня все-таки украинская карта привязана. Отойди ты нахрен, ботинок чертовый. Я доначу с украинской карты, но вот может быть у меня другая проблема возникнуть в том плане, что может пропасть просто возможность эту карту пополнять, так как вот до всей вот этой напряженки у нас тут были определенные дельцы, которые могли пополнять эти карты, а вот сейчас не знаю, работают ли они еще или нет. Ну, на один пропуск у меня там есть на счету. А дальше не знаю. Сейчас фурик будет сливаться по полной. Вместе со мной. Я-то вообще, наверное, куда-то в элитную лигу сейчас сольюсь, наверное, скорее всего. Блин, ну какие же тут длинные трассы-то, а? Вытащил симку, английский поставил. Работает? У-у-у-у! Ну вот, рабочий метод. Но придется учить английский, в общем, чтобы все понимать, что там в телефоне происходит. Спасибо, знаете, хотя бы YouTube пока что не заблокировали. Хотя бы пока что есть для кого стримить, блин. А то были... Ой, телефон выпал. Были такие разговоры, что могут и YouTube прикрыть. Ого, глянь, донат. Нифига себе. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Так, что-то есть. Ванёк 200 ре пришло. Удачного стрима. Сейчас дочитаю. Удачного стрима. Нет войне, согласен. Привет, клубу Легион. Привет, спасибо большое. Спасибо за донатик. Вот я уже хотя бы интернет отбил, который пополнил, чтобы провести этот стрим. У кого-то уже 60 тысяч синих, нифига себе. В8 обновы вообще никакой не будет. А, это потому что эти работают. То есть вообще можно обновление. Для всего мира, то есть обновлений не будет. О, все. Ну, А8 окончательно загнется. Такими темпами, блин. Девятку-то вроде в Барселоне разрабатывают, как я понимаю. Поэтому в девятке должны быть обновления. В натуре реклама появилась.
Эх, что-то скучно тут катать, как-то вообще капец. Сейчас, наверное, сразу в сетку пойдем. По какие-то. Так, ладно, все, наверное, пошли в сеть. О, стрим тормозит. Боже, как удивительно. Никогда. Так, ладно, это я уже потом добью. Вот тут за прогресс еще один чертеж можно взять. 16-й. Ну, а теперь в сетку. Сейчас у меня рейтинг. Так, 1880. Ну, какой-то запас есть, но в теории может быть такое, что я сейчас сольюсь в элиту нафиг. Доходил я в этой сетке до топ-3 во второй день сезона. Так, ну что, народ, давайте начинаем с тачки с минимальной по рангу. Это Mac Sena GTR. Lightning катает. Да, Lightning катает, но у него сейчас там какие-то жизненные проблемы, короче говоря, он пока решил не стримить. Хотя его упрашивали в клане, пострим, да пострим, но он сказал, нет, не хочу. 24 чертежа на Jaguar. У нас в клане тоже один такой персонаж есть, который купил за 100 баксов пак, где было 8000 жетонов. Мы все там попадали просто в клане. Так, чуть на стенку не залетел, блин. О боже, начинается трэш. Какой-то тач-драйвер, походу, куда он поехал-то. Ну, тут максималочный финальный отрезок трассы. Ультима будет решать. Каким приехал, таким приехал. Аккаунты не обнулят. А пока что такой информации я не слышал, что могут аккаунты там обнулить. Кстати, сейчас посмотрим, что выпадет из мастер-пака. Вот ровно половину пути я прошел в этой сетке. И буквально там может еще одна-две гонки и посмотрим, что выпадет. Пока что ничего такого особо годного мне не выпадало. За 18 часов сделал 56К. Ни хрена себе. Вот надо такими кадрами дорожить, которые так фармят. Санникет, здорово. Что мне не нравится, что вот у нас в сетевой игре вернулись читерасты, которые со старта улетают. Правда, как мне Хурик перед стримом сказал, они поумнели, они уже не на нитроволне улетают, а просто без нитроволны с ускорением. Но все равно-то это заметно. Поэтому надо держать свою красную кнопку репорта наготове всегда. Чтобы таких вот чудиков сразу отправлять в репорт. Ну, не массово пока что, но попадаются уже, блин.
Так, четвертым еду. Кого-то сбили впереди. Есть возможность ворваться в топ-3. Но тут Ultima RS, блин, со своим крутым дрифтом. А, еще один негодяй прорвался. Вот видите, за счет своего дрифта, блин, Ultima тут на этих поворотах утащит, конечно. Муж, привет, нормально. Осталось дождаться Пакина веном. Хорошо, что он без ключа. Ну да, без ключа. Just for fun, привет. А 8, а 9, 50 на 50 катаешь. Окей. Ну, хрен его знает. Честно говоря, когда в одном повторят, может быть, даже целый год придется ждать. Что там уже и 100 тысяч уже, может быть, будет жетонов. Кто его знает. Если, конечно, мир не превратится за это время в ядерный пепел. Хрен его знает. О, Буэнос-Айрес. Вот, кстати, сейчас во второй сетке уже довольно регулярно Буэнос-Айрес попадается. Вот когда его только добавили во вторую сеть, очень редко эта карта попадалась. Вот на этой трассе надо сразу ехать сюда. Тут в идеале трамплин подобрать. Ну, тут трамплин, который очень хреново крутится. Ну, тут хоть куда-то, лишь бы не в стену называется. На любой трамплин. Далее прямая. Тут аккуратненько проезжаем. Тут я еду прямо. Это может быть на каких-нибудь тачках, типа обычная McLaren Senna там, или Ванды. Может быть, даже правый путь будет как-то быстрее, хотя хрен его знает. Ну и вот. 4G, значит, тоже не выводит. С чего стримить, я тогда без понятия. Так, ну чё, мастер пак, смотрим, что у нас здесь. Просто браво, брависсимо. Великолепнейший дроп просто. Всегда мечтал получить 6 чертежей. На тачку, которая 3 года уже, блин, как собрана на все звезды. Вот, спасибо. Ради этого я катал. Не, ну я, конечно, в основном ради жетонов катаю. Но хотелось бы какие-нибудь человеческие чертежи получить. Ой, знаешь, Ника... Раньше думали, и до этого не дойдет, и до того, и до сего не дойдет. А вот доходит потихоньку. Ну да, вот у нас один купил, я же говорю. Француз. За 100 евро там или баксов, короче, этот набор. Эх ты, мой нелюбимый Нью-Йорк и мой нелюбимый тоннель в этом самом Нью-Йорке. Все-таки зацепил, наверное, чуть-чуть. И флоте развороты, защита от всяких неугомонных, которые хотят занокать сзади. Блин, чувак, ну ты на ультиме едешь, как это я тебя так легко обгоняю? Сейчас, походу, ты меня будешь легко обгонять, или нет? В последнее время приучил я себя ехать вот сюда, и чуть дальше. Говорят, так быстрее. Ой, я банку пропустил. Это я зря сделал. Я чувствую, меня в этой гонке занокают. Как? Вот сейчас был идеальный момент, чтобы меня занокать. Не, ну на Маке, знаете ли, топ-3. Это вполне себе нормальный результат.
Цены на донат повысились. Но у меня цены просто в гривнах стоят, и как бы в этом плане цены не повышались. О, Хурик попался. Раратоны, Кузи, ё-моё, куда я попал? Сейчас займу последнее место, походу. Ну, цены на донат, я не знаю вообще, какой может быть донат в рублях. То есть, если донат это запретили. Может быть, вообще никаких цен не будет. В плане гривен, то, возможно, ну, пропуск стоил 250. Обычный, недорогой. А вот следующий пропуск, ну, может быть, будет 300 стоить. Еще третьим закатился, ни хера себе. Неплохо, неплохо. Кто меня обогнал? Какой-то непонятный чувак. И Кузя обогнал. А, Хурик был за мной. Аж на 2 секунды, Хурик, что с тобой случилось-то такого? Аж на 2 секунды отстал от меня. Китайском А9 вообще обновы нет. В китайском А9 разрабы с Украины? Нифига себе, вот это поворот. Как это может быть связано? Украина пилит китайский А9, я не знал. Серега, привет, с новой тачкой, спасибо. Нео, здорово. Цена просто в долларах была. Почему я на Маке катаюсь? Потому что у меня план на этот стрим катать и на Маке, и на Ягуаре, и на Ультиме. Короче, на всем хочу покатать в этом стримаке. Ну, будем по очереди. Ну, у меня такой план на стрим был. Сначала Мак, потом Ягуар, а потом уже Ультима. Ну, 2,5 месяца играешь, чувак. А есть такие люди, которые 2,5 года играют. А может быть, даже и 3,5 года играют. И уже наколотили нормальный такой прогресс. И вот начинаются костыли. Ну, А8 я в курсе. Ну, А9 обычный-то испанцы разрабатывают, правильно? В Барселоне штаб-квартира находится. Меня просто прикололо, когда вот восьмерки добавили вот эту самую свежую трассу. Ну, самую свежую, из которых я знаю. Вот это Terra 9. И там есть такие, типа, баннеры, где написано прям Харьков так и написано. Ой, чувак меня стопорнул по полной. Вроде еду. Половина развалилась. Я уже даже второй. Жесть какая. Ну, у меня сим-карту переставить. Сейчас я просто 4G раздаю со своего Note 8 Pro. А в следующий раз, если я сим-карту переставлю, попробую так. Ну, не знаю. Мне больше нечего стримить. Wi-Fi обрывается. 4G лагает. Но у меня больше нет вариантов, народ. Чего вы от меня хотите? Могу вообще не стримить. Из чего?
Если честно, я просто боюсь немножко трогать свою сим-карту. В том плане, что это может быть как-то связано с наличием либо отсутствием рекламы. Сейчас, блин, вытащу сим-карту свою с 8 Pro, и херак, блядь, реклама пропадет. Не знаю, кому-то нормально, у кого-то лагает. Народ, я вам говорю, у меня третьего интернета нет. О, да. Я даже гонку заканчиваю через 300 лет. Так, ну теперь на Ягуаре буду катать. Так, снова Хурик попался, но... Ну, Хурик только на ультиме катает, блин. Ну, сейчас я буду на Ягуаре врываться. Буду врываться, но буду очень долго врываться, потому что пока разгонишься, как бы тебя не снесли. Ну, маг я должен уделывать, конечно, по максималке. Блять, бочка не прокрутилась. Ох ты! Ёханый бабай. Такого у меня еще не было. Чтобы настолько жестко вытолкали, что я вообще всю скорость потерял. Сложно. Сложно играть, так как я играю, или что ты имеешь в виду? Так, ну чё, врываемся дальше на Ягуаре. Купи третий нет. Какой третий нет? Где я его тут куплю? Хотя бы два есть. За срачами, я надеюсь, будут следить мои модераторы. Вот еще один модератор подошел. О, модератор, который сохраняет свой легионский аватар, даже несмотря на то, что его из легионов поперли. Вот такой вот легионский патриот Никич. Так, все-таки кого-то сбил. Немножко с задержкой, но иногда он прописали ему. Вот этих перцев, которые поехали в объезд, можно будет обогнать. Как только без нокдауна. Опа. Блять, я хотел на крышу ему приземлиться, но не вышло. Как долго финиширует. РП. А, тебя в РПМ приняли. Офигеть.
Вот это да. Чё, Хурик словечко замолвил или за какие заслуги? Или великое прошлое в легионах повлияло на этот выбор? Инба, не поверишь, стоковую я и использую. Стоковую программу использую для записи. Может быть, у меня какая-то другая версия, я не знаю. Стоковую использую по двум причинам. Во-первых, там можно более высокий битрейт поставить. А во-вторых, там есть запись системных звуков, чего, например, нет в рекордере. Но как-то системные звуки очень тихо записывает стандартная запись экрана. Я не знаю, может надо играть на полной громкости, и тогда будет громче записывать. Я даже пока не понял, от чего это зависит. Ну, мне как бы громко и не надо для видоса. Но, тем не менее, немножко погромче не помешало бы. Как там стрим сейчас идет? Хоть немножко получше стало или нет? Или, может быть, завязывать это бессмысленное логучее дело. И ну его нафиг. Если уж прям так невыносимо смотреть. Игорь Курчатовский. Как обстановка у тебя? Ну как? Ну, так скажем, на земле обстановка в целом спокойная. А вот обстановка в воздухе порой бывает напряженная. Вот каждый день вью, летают и бомбят иногда. Вот вчера примерно в это же время бабах, 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 три раза что-то рвануло где-то тут недалеко. Ну и все это, конечно, сопровождается звуками реактивных двигателей. Ну так что пока еще не особо спокойно. Ну где-то за городом что-то там, какие-то цели может есть. По жилым районам не прилетает. Но за городом что-то бомбят. Ну, сегодня за 2 часа до стрима как пиздануло что-то со всей дури. Аж окна затряслись. Так, ну чё, карибское наслаждение. На Ягуаре. Ух ты! Обожаю я телепорты, когда ты за трассу-то еще не вылетел, блин. У тебя уже телепортят. Гениальная тема. Сейчас, чувак. Я его сбил. Как так? Ну, я не хотел, я просто ехал на нитроволне. Уже, ну если повезет очень сильно, то в тройке еще можно как-то будет закатиться, может быть. Да не, хренушки, этот телепорт меня слил. Стрим без лагов. Как смарт греется? Ну, не греется, конечно, но не перегревается. То есть я, например, без стримов могу вполне там час катать. Больше часа катать и все нормально. Никаких особо просадок нет. Сейчас стрим не лагает. Ну, может быть, какие-то временные были затупы. Ну, я не знаю, смотри, LexWare, что-то какие-то. Ну, в небе вот эти, знаешь, как от струи от реактивных самолетов. Вот пролетел прямо над домом у меня, короче, вот так вот по зигзагу. И как пиздануло что-то, я аж дернулся от неожиданности. Давай 1999. Ни хрена себе. Это к Хурику все вопросы по поводу таких цифр. Не, ну в первой сети как бы можно пробовать. О, Хурик, кстати, попался.
первой сети 1999. Если чисто катать на ремаке, то это достижимо. Курик, ты чё на таких... А, ты на Ягуаре уже просто, понятно. Закончилось топливо ультимы, да? Теперь не все так просто. Теперь надо бороться за позиции. Тренда рулю, вдвоем разбились. Чё случилось-то, Хурик? Ха-ха. Ты прям вместе со своим оппонентом развалился. Жесть. Я третьим приехал. Когда давали эмодзи с рукой? С рукой, не знаю. Я на эти эмодзи особо внимания не обращаю. У меня как стоят вот эти вот 5 штук. Давно я их уже поставил, так и ничего не меняю. Особо я ими не пользуюсь. Так, ну что, теперь давайте имбовать. Давайте брать Ultima RS и попрем делать вещи. Нифига себе, я считаю, даже это неплохо. 20 человек с таким рейтингом. Для винды я имею в виду. Придурочно. Ну, я заметил, что-то вы там... Жесткая у вас была потасовка. С дороги спихнул. Да. Он, наверное, охотился за твоим... розовым ягуаром, может, ему не нравится такая просто расцветка. Ура! Опять лаги. Долгожданные лаги. Куда ж без них. Ну что, силушка богатырских флоти разворотов на Ultima RS. Погнали. Ой, а как это я банку не взял? Что-то я не догоняю этого момента. Можно было там банку пропустить. Потом 3 раза заболетел, нифига себе. А почему вот ты 3 раза заболетел, я сейчас нокдаун не прописали? Наверное, я просто мигаю там для всех. И никого не могу занокать с моим-то интернетом. Блин, давай крутись. О, хорошо поворачивает. Нужен эмодзи со средним пальцем. Ну, вряд ли такой появится. Ну, было бы весело, конечно. Ну давай посмотрим, у меня такая вообще есть. Не, ну я пропуски-то покупаю, поэтому по идее у меня должны быть. Ну да, у меня есть такая. Вот еще тут какие-то со слюнями, смеющийся, какой-то мертвый с завязанным ртом, еще это и какой-то непонятный с усами будет. Якубович. Стикер Якубович будет у нас еще. Слушайте, 4 штуки осталось, а потом еще будут их добавлять. Или все, на этом закончится история с этими смайликами. Ты жестко мигаешь, ну я так и понял. Не могу никого заногать. Диджей Алекс, ключ, да, я взял ключ гран-при. В 4-м уровне призов со 2-го места взял. Все нормуль. Игорь, откуда я? Из Донецкой области. Почти на каждом стриме об этом говорю. Так, Нью-Йорк. Не помню. А, это McLaren P1, наверное, у чувака. Сразу не помню, что за тачка у него. Он даже на первом месте. Ля, McLaren P1 на первом месте едет. Вот это ты дерзкий парень. Ну, это ненадолго, чувак.
Что-то тут как-то вообще все на изи проходит. Еще, кстати, будет интересно посмотреть, сколько трафика снимут за этот стрим. Сейчас же мобильный интернет используют для стриминга. Вот если когда я раньше стримил в 30 FPS, то за 1 час уходило, ну, где-то около гигабайта, ну, там, плюс-минус. Но вот если стримить 60 FPS, вот, будет интересно, если за час стрима, скажем, 2 гигабайта снимут, то 3 гигабайта, там, скажем, за полуторачасовой стрим, это уже, знаете ли, затратные вещи. Уже почти час эфир идет. Ну, провтыкалы моди, хрен с ними, я их практически не использую. Если я использую в основном, знаете, какой моди? Ну, просто основной свой, просто палец сверху. Например, когда какой-то чувак спереди едет и херак развалился и подарил мне свою там первую позицию, например. Я его сразу, вот молодец, чувак, красавчик просто. Продолжай в том же духе. Ради эмодзи с факом пропуск взял бы. Так, ну следующий стрим, народ, я говорю, я попробую, не знаю, рискну, может быть, сим-карту переставить. Лишь бы реклама на Note 8 Pro от этого не пропала. Чтобы не раздавать по Wi-Fi интернета конкретно стримить без вот этих посредников в виде точки доступа. Стой, хватит крутиться-то, ё-моё. Как-то все или развалились передо мной, или что. Резко я вырвался на первое место, прям очень резко. Ну, я не против. Я не против на первое место резко вырываться. Порвал всех, Huracan, ради тебя. Просто всех уделал. Не-не-не, держись, держись, фокус-покус, тариф с безлимитным интернетом, это уже вымирающий вид, и надо держаться до последнего. У тебя тоже нет рекламы. Но если это мне вопрос, то на Poco X3 Pro, вот, с которого я сейчас стрим веду, нет рекламы. Но вот Note 8 Pro, мой старый телефон, с которого я сейчас чат смотрю, вот на нем реклама есть. И типа, и сим-карта моя стоит в Note 8 Pro. Но пишут, что от того, стоит ли сим-карта или не стоит сим-карта, как-то это может влиять на то, есть реклама или нет. Но наоборот говорят, чтобы была реклама, сим-карту надо вытащить из телефона. Но она у меня как бы стоит в телефоне, и реклама работает. У меня, может быть, будет наоборот все работать. Если я сейчас вытащу сим-карту, то, блин, еще не дай бог реклама пропадет. Я ж тогда вообще повешусь. Придется на английский язык переходить в телефоне. А это еще более неудобно, чем со второго телефона рекламу смотреть. Этот долбанный Макларен всех тормозит. О, ну вот это я уже, видимо, не мигаю. Вот как надо, блин, так я мигаю. Я никого не могу занокать, а как не надо, блин, так и не мигаю, и меня нокают из-за этого. Да уйди ты, чувак, с дороги. Ну ты же не едешь вообще. Ой, все это народ тут вообще не хочет ехать. Я пытаюсь прорываться, меня только блочат все нахер. Я что, Инстаграм, что ли, чтобы меня блокировать тут на трассе? Да иди ты нахрен, ля.
Ты посмотри, не могу проехать вообще. Вот это просто стильный финиш был сейчас. Финиш на грани, что называется. Отдам ак, золотой ак в А9. Украл у какого-то Фьюрия Арбузера ак золотой со всеми золотыми тачками и продает теперь за 20 лет нитро. Пенсионером, блин, Sunny Cat станет, все будет на нитро своем дискорд тащить. Про следующий сезон пока нет инфы. Даже нету информации, будет ли это какой-то такой подобный тур или опять стандартный сезон. Стандартный сезон, знаете, с нашими любимыми, в кавычках, специальными акциями, с которых мы там 15 чертежей на тачку собираем, и на этом все заканчивается. И выполни 69 тысяч условий, чтобы паки открыть, блин, на тачку. Не, в игре, так дело в том, что не в игре. В игре-то как раз язык менять не надо. Язык менять надо в телефоне. Системный язык. А в игре-то можно любой язык, и регион в игре тоже не влияет. Надо менять регион в телефоне и язык в телефоне. Ну и сим-карту не забыть вытащить. Хотя у меня и с сим-картой реклама работает на 8 Pro. Не знаю. Как бы мне писали, что возможно это зависит от того, что я... Допустим, купил свой Redmi Note 8 Pro еще, так скажем, ну, на той стороне блокпостов, да, а X3 Pro я купил на этой стороне блокпостов, и как-то это палится, ну хрен его, как это можно спалить, если и на том телефоне как бы глобальная прошивка установлена, я не знаю. Как бы, как одна из причин такое можно, конечно, думать, ну хрен его. Телефон сделали в Китае, привезли из Китая, и как можно понять, в каком месте он был продан просто. Ой, ладно. Как бы бил сегодня в первой сети с хуриков и дендробиумов. Надо такие тачки использовать, когда ты от этих хуриков и дендробиумов сразу улетаешь. Римак, например. Хурик, я удивлен, почему у тебя язык телефона не японский вообще. Всего-то английский. На Маке P1 только что в мастер-лигу залетел. Ух ты, неплохо. Оу, Хурик, ты что, откатил за рекламу свой этот самый? Или за жетоны? Ультима РС. Ну теперь будем на равных катать. Три пики гор. Тут надо тащить. Выбора нет на этой трассе. Только тащить. А вот только сейчас позиция в гонке стала обновляться, только это восьмой всегда. Ой, сука, 22-й год, нет нормального интернета для стриминга и стриминговой программы. Куда мы катимся вообще? Ущемляют права стримеров, не могут нормальный интернет дать и программу, которая лагать не будет. Так, чувак тут что-то забурился. Что это, народ что-то как-то перестал через вот эту вот подпрыжку ехать. Вот и разворотчики там впереди. Че, кто победил? А где Хацуна? Хацуна. Акуна Матата где? После меня приехал.
на секунду позже. Ну, free-to-play season, я считаю, должны быть сезоны, когда народ не бомбит. Народ должен получать положительные эмоции от игры. А вот таких вот дебильных специальных акций, когда там по 10-15 чертежей собираешь, какие эмоции можно получить? Нормальные должны человеческие сезоны. Человечность должна быть в этом плане. Только что 3 звезды Ultima. Когда клубное событие. В смысле, ты имеешь в виду борьба клубов, вот это, я хрен его знает. Так и не запускают. В этой обнове, наверное, ничего такого не появится. Вот, как бы, вот эти клубные гонки, они вроде как бы есть, но с другой стороны их нет. Оу, я тут нежданно-негаданно заметил, что мы-то, оказывается, выполнили 1 700 000 репутации. Можно забирать еще 5 чертежей. Блин, 6 чертежей мне остается на сцену ГТР, но вот если повезет, конечно, то может быть что-нибудь из сетки выпадет на эту тачку, и будет она у меня на 4 звезды. Итальянский тур Пагани Уайра. Так, ну чё, давайте небольшая передышка. Докатаю я тут, что я не выкатал спецакции, и пойдем потом в первую сеть еще поугараем немножко. Ну вот в этом сезоне, конечно, реально хорошие охоты на эпики были запущены. Я собрал все эпики вообще на все три тачки, которые запускались, и на Mac GT, и на Senna GTR, и на, даже на Jaguar 16 эпиков смог собрать. Вот это щедрая тема. Я так понимаю, следующий сетевой сезон у нас будет, ну, тоже типа британский тур, но только, ну, как финал сезона. Только будут, нужны будут все машинки открыты. Будет не тест-драйв, а все должно быть открыто. Или будет еще один сетевой сезон, кроме финала сезона. Где-то ж я видел скриншот, расписание всех сетевых сезонов. Японский сезон, японский тур. Что там, Mazda RX-7? Что будет Nissan? Ну, Nissan недавно добавляли в синдикате, да? На ГТ собрал 6 эпиков. Печалька. Не задрот. Опа, Алексей Потехин присоединился в чат. Вот это неожиданный поворот событий. Леха, привет, как ты там? Точится у тебя там или как? Или не точится? Че, у тебя там перерыв, что ли? Я хочу unleashed на какую-то, знаешь ли, такую тачку, которую мне вот немножко чертежей остается, чтобы ее открыть. Ну, я уже несколько раз говорил, что я хочу коллекционированием заняться. Вот хочу еще Speedtail открыть, BXR Belly Blade открыть, Ferrari Stradale хочу открыть. Вот что-нибудь из этого вот дайте unleashed, чтобы я смог открыть. Саша, твой запрос в ВК я уже давным-давно принял. Видел запрос. Не, ну мой аккаунт пока что жив. Я имею в виду рекламы. На X3 Pro нет. На Note 8 Pro она пока есть. Но если я
рискну под следующий стрим, скажем, сим-карту переставить в Poco X3 Pro. Я просто надеюсь, что у меня от этого реклама не пропадет и на втором телефоне. Это будет, сука, очень обидно. Гребаные технологии, что угодно может быть. Даже то, что вообще, казалось бы, никак одно с другим не связано, то может быть связано в этом мире технологий, это я уже понял. Это я понял, когда я купил себе Poco X3 Pro первый раз и не мог зайти в свой Facebook из-за того, что у меня время стояло какое-то неподходящее, видимо, всему этому дерьму. Ой, как меня тогда бомбило. Будет еще сетевой перед финалом. А какой? На что он будет? Ой, я пока тач включу, я чат немножко перемотаю. А то застрял. Вот у нас Вика хочет Unleash на Venom F5. Влажные мечты Виктории. Из моего чата. О, SC20, кстати, забытый автомобиль, который я не открыл. Мне по барабану будет на такой Unleash, так как ключа как бы нет, и он там, эта тачка, на 2 звезды, что ли. Из руки вверх. Алексей Потехин, ты имеешь в виду? Кстати, угорали над этим Потехиным там в одном чате. Ну, чувака я очень давно знаю. Такой, иногда на своей волне. Но веселый мужик. Уже лет 5, наверное, его знаю, а то и больше. Активируешь eSIM. Да, вот по поводу eSIM тоже писали, что может быть как решение. Win 10 вот в игру кого-то не пускает. Даже несмотря на то, что регион изменен. Ну, что поделать. Так, ну что, сколько стрим идет? Час 11. Ну, давайте еще немножко в первой сетке. Тут у меня мальца осталось добить до 30 тысяч очков, чтобы получить свой бессмысленный эпик на какую-нибудь там торгу. Или какие там эпики выпадают. О, Потеха, ты еще смотришь? Я думал, ты так зашел, ушел. Когда контент, блин, на твоем YouTube-канале появится? А то было там одно видео из поезда и все на этом. Или из автобуса, не помню там из чего. Маркус, нет, вливаться в ультима я не буду. Ну, мне будет достаточно того, что я открою на 2 звезды. Алкогольной волне. Ну да. Хидан может подхвастать золотым спидтейлом. Ого. Вот у нас в чате в Легионском идут споры, вот что лучше, Speedtail или вот это вот Ultima RS. Кому-то больше Speedtail нравится, кому-то Ultima. Ну, когда Ultima мне нравится, а вот на Speedtail я уже очень давно золотом не катал. Даже я не помню, насколько он хорошо едет. Единственное, что я помню, что там иногда с физикой не лады. Хвост перевешивает, просто слишком тяжелый. Алексей Белятехин. Поехали на взлет. Только об стенку не развались. Молодец. Веномчик. Ультима лучше, да? Но Спитэл тоже топ. Блин, я реально забыл, как этот Спитэл реально едет.
но Ультиму, я думаю, запомню, запомню. Ультима понравилась, да. Казах Жека, да, это казах. Казах тоже в чате. Так что все здесь. Алёха, ты обедаешь, понятно. Приятного аппетита. Хайскривбаса, здорово. Годных каток, спасибо. Качну Ультиму на 3 звезды. И что, что, какая выгода у меня от этого будет? Да, Лёха, это твоя белочка. Да, до сих пор физика отвратительная, да? Понятно. Где орехи? За щекой спрятал. Так, Невада, есть возможность разогнаться. Так, спокойно. Держим ситуацию под контролем. Тут какие-то тачеры или кто это? Это ремак. Так, о! Вовремя ты стал красненьким, чувак. Прям в нужный момент. Вот это мой любимый участок трассы, где можно вот так 536. Вау, вау. Мимо трафика пролетаешь прям четенько. Да, народ, конечно, из-за того, что вот реклама сейчас доступна мне только на Note 8 Pro, иногда приходится даже с этого Note 8 Pro заходить там что-то играть. И все-таки как же лагованно ощущается все-таки 30 FPS, когда вот на 60 уже много покатал. Заходишь немножко покатать на 8 Pro, фу, как я мог в это играть? Но такие же эмоции были, когда вот с Note 4 переходил на 8 Pro, тоже потом думаешь, как я мог при 20 FPS играть, это же невозможно. А 30 FPS казались, ну, нереально плавно просто. А сейчас, наоборот, 30 FPS кажется лагованным, лагованной дичью, а 60 FPS, ну, вот чётенько. Когда-нибудь, может быть, появится там 120 FPS в 9-м асфальте, и 60 FPS будет казаться лагованным дерьмом. Вика получает эстетическое удовольствие, наблюдая, как я катаю на Hennessy Venom F5. Костыль, здорово. Да ладно, а что, прямо сейчас, что ли, вот такие проблемы начались? Что, в игру не пускают? Ёханый бабай. Если уже не поможет смена региона в игре, там смена региона в телефоне, то что остается делать? Менять регион в реальной жизни, что ли? Какой еще выход можно придумать из этой ситуации? Лиме Макс попался, еще катает. Так, аккуратно. Лиме Максик. Широна вообще не замечаю по дрифту. Это так весело. Вроде Широн, знаете, такая имбовая тачка. Одним маневром дрифтовым просто все. Объехал и забыл про него. Сука, гребаные бочки не крутятся. Но... Ой. Ого, стой! Нету слов цензурных, они цензурные, просто не хочется говорить. Ой, как это тупо вот таким образом сливать гонки, блин. Вы не представляете, как это бесит. Из-за какой-то дичи просто. Ну вот видите, Робин Шоу сменил регион в реальном мире. На какой?
120 FPS. Ну, на Sony каком-то есть 120 FPS, но вроде как говорили, что там 1-2 минуты держится, и все, и сразу просадки идут. То есть надолго не хватает. Sony скорострел. Гагарин долетался. Это была какая-то центрифуга. Да, у меня дыхание перехватило от того, что произошло в этой гонке просто. От этих перегрузок просто, знаешь. 10G перегрузка. Это чувство, когда у тебя до сих пор Samsung A6 и 10-15 FPS, но ты смирился и играешь так. Прописку менять. Я же говорю, в чем еще регион менять, если уже ничего помогать не будет, никакие регионы виртуальные, то придется реально менять регион. Ну все, сука. 15 секунд прошло и начинается. Хураканы свою грязь начинают разводить. Грязь. Ну, вот такие моменты я обожаю просто. Пролетел мимо этих нубасов на Ванде и все. Так четко втиснулся между ними, прям понравилось. Ну и все. Взлетная полоса свободна для победы. Даже на тач-драйве я, наверное, выиграю. Сейчас на тач перейду. Хорошо. Это было хорошо. Да досить, досить, блин, Вика. 60к, конечно. Мне там сколько хватило? 30. Не, ну я, конечно, сливался и на другие тачки. Не только ж на сам Веном. Там целая спецоперация была, чтобы этот Веном открыть. Тачибана, как всегда, в шоке заходит на стрим. Шокированный. Национальность тогда менять придет. Ой, ужас. Максим Кудряшов про самое лучшее сообщение. Не просто Максим Кудряшов, а Максим Кудряшов про. Не хухры-мухры. Так что поаккуратней с ним. Ух ты, ес, как тут на разворотах. Опасно было. И снова мой любимый участок Невадия. Ну вот это было сейчас больно. И это было лишним. Сука, я в дрифте еду, как ремак, просто без дрифта. Почему у тебя мало машин, а у меня так много машин? Потому что у тебя слабый аккаунт, а у меня топовый аккаунт. Рубрика «Очевидные ответы на очевидные вопросы». Саня, кажется, целых ноль чертежей на Веном. Обидно. Обидка. Да вообще. Еще машины заберет, еще
пиздов даст. Продамаг 50 лямов. Чего? 50 лямов поцелуйчиков. Да, Чебана. Про это ты мечтаешь. А 50 лямов, я так имею, понимаю, это не цена, это прогресс гаража. Максим Кудряшов про скоро и меня начнет напрягать с такими темпами, не только Саникетса. Максим, надо много просмотров собрать, так делись ссылкой на стрим со своими такими же друзьями, как ты, ну, в смысле, профессиональными прошниками, я имею в виду, чтобы больше просмотров было. Так, а мы пока что прокатимся в Гималаях, пока Максим там делится ссылкой на стрим. Ну, все, 15 секунд прошли, и теперь вот это вот начинается встревание. Один улетел, но обещал вернуться, и Широн остался, которого я опять не замечаю просто в дрифте. Ну вот если с Веномчиком приноровиться, то, конечно, да, без Б, просто топовый вариант. Но иногда он дичь творит. Ну, я уже сегодня продемонстрировал, собственно. Все подписывайтесь на Максима Кудряшова Про. Сколько грошей треба, чтобы прокачать Венома? Ну, Вика, ну блин, отними от 300, от числа 300 количество своих чертежей и подели на 6, и узнаешь, сколько надо паков в среднем купить. А потом умножь это все на 900. Ну вот, для Тачибана 20 гривен достаточно, например. Так, а сколько стрим идет? Ну, полтора часа уже. Ну, раз полтора часа, я думаю, это моя такая норма боевая. Так что на этом, я думаю, я сегодня буду стрим заканчивать. Народ, спасибо от души, кто на него сегодня пришел. Я сегодня уже пытался на максимально возможном позитиве провести этот стрим. Поэтому, надеюсь, вам этот эфир понравился. Сорян, конечно, за то, что стрим подлагивал там в одно время. Ну, как я сказал, у меня особо выбора нет. Или Wi-Fi, который обрывается время от времени, или вот 4G, который иногда от времени может подлагивать, но хотя бы, может быть, не будет обрываться. Ну, из двух зол, как говорится, выбираем меньше. Забери эпики из первой сети. Блин, Саникетс, ты хочешь, чтобы у меня весь трафик вообще ушел? 1500 очков. Ну, не знаю. Народ, ну чё, забирайте эпик, нет? Хрен его знает. Ну ладно, давайте, ладно. Меня Саникетсу говорил забрать эпик. Только забирать эпик я буду на чем-нибудь таком, чтобы по-быстрому его забрать. Роман, ну у меня по поводу игры поменять регион на телефоне. Да я же знаю, как поменять регион на телефоне. Народ, пока еще ладно, не пока. Оставайтесь, народ. Меня Саникетсу говорил эпик забрать. Это 5-6 гонок, ладно. Хочется из меня весь трафик за один стрим, короче, выжать, Саникэс. Придется интернет на следующий стрим опять пополнять идти. Не, ну просто как я могу отказать своему верному, самому верному подписчику в истории моего канала? Никак. Поэтому, конечно, для Саникэса я заберу эпик на свою любимую торгу и все. Сука, ну так уже у меня игра начинает немножко тормозить. Пытаешься ты, блять, проехать. Извиняюсь за мат, но
Задрал этот Хуракан, всю гонку мне стопорит. Наконец-то. Народ уже поуходил, то было 100 зрителей, уже 80. Я уже попрощался, и тут Санни Кэтс, блин, со своим предложением. Вдруг откуда ни возьмись. Появился Санни Кэтс и сказал, забери эпик. Ну, я же говорю, 20 челов ушло. О, болт. Ну, хотя бы вот еще для болта немножко постримлю. Болт, хотя бы увидишь, какой эпик мне выпадет. А то я уже собирался заканчивать стрим. Но тут меня уговорили, забери эпик из первой сетки. Ну ладно, думаю, заберу. Так что надо народ возвращать на стрим, пока еще он еще идет. Забери красные монеты в сети. Я даже... Честно вам скажу, не обращая внимания, какая сеть идет, то есть какие тут эпики, на Финир или на Зену. Ты не думал создать акт на Трово? На Трово? Хотя бы для начала узнать, что это вообще такое Трово. Опять отстает синхронизация позиций немножко. Может быть, стрим подлагивает. Не, ну он же может как бы стрим нормально работать. Вот полагал чуть-чуть, да, отвис вроде бы. То есть это не хроническое же его состояние. О, блять. Максим, это самое, я из-за тебя отвлекся на твой новый никнейм великолепный, и вот видишь. Твой никнейм неудачный, из-за него я вот сливаю сейчас. Хотел так хотя бы в топ-3 зайти, хотя бы таким грязным образом, но не получилось. Трово навык Twitch. Я отвечаю, первый раз вообще слышу. Китайская стрим. Почему китайская? Почему я должен на китайский? Я что, китайский асфальт, что ли, стрим? Это пусть Санни Кэтс переходит в стриме, там, китайский асфальт на китайском. Он думал создать аккаунт OnlyFans Тачибана. Когда ты создашь, я первым подписчиком твоим буду. Жека, наверное, тоже услышал, что я уже попрощался со всеми и решил свой стрим начать. Ой. Сейчас еще 20 человек уйдет. Били-били. Били-били, не добили. Надо уже добивать поскорее. Этот несчастный эпик, блин. Потому что уже стримы пересекаются. Терпеть не могу, когда вот пересекаюсь с кем-то по стримам. Никому на пользу не идет. Такая тема. Так, в этот раз я не буду на Максима Кудряшова отвлекаться. А то завалю еще одну гонку.
Так, ну что, победа. Давайте посмотрим, сколько еще остается набрать. Рогатка какая-то была в комнате. Так, 500 очков еще остается набрать. Ну, две победы, короче говоря, надо завоевать. Двойную победу и эпик на торгу. А подожди, а какой вообще эпик? Я же говорю, я, блядь, даже... Да, ну да, на торгу выпадет, наверное. Ну, мне тут как бы два эпика может пригодиться. На Зенва нужен эпик и еще на Корвет ZR1. Не забываем про Корвет. Как бы на него мне тоже эпики нужны. Народ, ну две гонки хотя бы еще посидите. Вместе с Жекой. Я помню, когда-то Жека смотрел мой стрим у себя на стриме. Был такой момент, когда пришел вот этот самый, как это называется, Рейта Джеки ко мне на канал, на стрим. И у него на канале смотрели мой стрим. Покажи ZR1. В смысле, ты хочешь посмотреть, сколько у меня на него эпиков? Ну, сука, ну почему, когда надо по-быстрому откатать, вот эти то лансеры гребаные попадаются, то Nissan Leaf и жди их, блин, по 3 часа вечно, ну. Содрали вы, долбаные нубы. Ну, я имею в виду чувака, который на Nissan Leaf, вот это жди его. О боже, ни один не знает правильного пути, куда я попал вообще. Ну, тем лучше, спокойная победа и можно будет забрать эпик по-быстрому и идти пить пиво. Так, ну чё, надеюсь, еще одна катка, чтобы уже не затягивать. О боже, опять я еду еще 3 километра, прежде чем финишировать. Так, сейчас покажем ZR1, сколько у меня эпиков. ZR1. ЖК609, привет. Опять лаги. Да я вижу, что опять я полчаса еще после финиша еду. Так, ZR1. ZR1. 3816 ранг. Ускорение нитро уже в золоте. Здесь еще 2 эпика надо. И здесь еще 3. Еще 5 эпиков надо. Еще прилично. С прошлого года мне нормальные эпики не выпадали. Ни на Zenva, ни на Finir, ни на Corvette ZR1, ни на что не выпадало. Порхай как бабочка. Жаль. Жаль как Тачибана. Жаль Тачибану просто. Вот пришел на под конец стрима. Вот поэтому жаль. Значит, будет Мерс. Один хрен. Что торга, что Мерс. Сейчас хоть бы... Народ-то увидел вообще, что мне выпадет, если стрим будет в этот момент подлагивать. Народ-то и не увидит, зря будет ждать. Но я не буду, наверное, убирать экран просто. Ух, прям черканул мост.
Так. Ну что? Давай, либо Зенва, либо Корвет мне нужен. Ну почему? Почему грёбаный Мерс? Почему? Костыль был прав. Ну, сука, опять ничего нормального не выпало. Ну как так? Ужас. Ну что, народ, вот на вот этом экране я буду завершать сегодня стрим. Может быть, если стрим подлагивает, может, хоть сейчас это будет видно, какой вы эпик выпал. Ну, не торга, но вот все равно мне не повезло. В очередной уже который подряд раз. Так, ладно, народ, все, всем спасибо, всем пока. Все, тащите на транс асфальт. А может быть, в следующий раз я уже переставлю сим-карту и буду не через точку доступа стримить, а непосредственно с 4G уже без вот этих костылей лишних. Ну, может быть, будет получше, посмотрим. Ну все, всем пока, всем удачи и до встречи, народ. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy. Bring it to a heart, back down. Bring it to a heart, your back and it's all your fault.